сожалению, синаптическая ситуация складывается так, что вот эти прохождения фронтальных разделов, типа вчерашнего, который проходил через территорию центрального региона, в общем-то, эта погода нас не оставляет в покое. И с периодичностью в 12-16 часов, в общем-то, в ближайшие трое суток, это однозначно мы ждем повторения. Ливневые дожди с грозами, с усилением ветра, возможными всеми ингредиентами, как шквалы и град, вероятность очень большая.